Памятник журналистам и полиграфистам Крыма, солдатам Великой Отечественной войны, был установлен ровно 30 лет назад, в день советской печати. С тех пор крымские журналисты в преддверии Дня Победы каждый год возлагают к нему цветы и венки. Ведь благодаря военным журналистам стало известно о многих подвигах советских граждан, совершенных на фронте и в тылу. Это очень важно, потому что сегодня наши журналисты, к сожалению, тоже погибают. Вы знаете, наши российские журналисты погибли на Донбассе. Погиб не один человек, не один журналист. Вечная память всем тем, кто погиб в годы Великой Отечественной. Вечная память тем журналистам, которые погибли сегодня. Освещая ту реальную историю, реальные события и факты, которые происходили на Донбассе. И те, которые сегодня освещают многие события и в Сирии, и в других горячих точках мира. Поэтому те, кто сегодня работает, здоровья, счастья, благополучия, вам здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни, живите счастливо. В ходе акции были вручены удостоверения новым членам Крымского отделения Союза журналистов России. Высшую степень отличия за заслуги и профессионализм получил Андрей Трофимов, председатель Союза журналистов Республики Крым. Я отдал журналистике крымской 20 лет, но есть люди, которые отдали 30 и 40. И эта награда, я считаю, не только подведение какого-то итога моей 20-летней работы, но и большой аванс на будущее. И наши руководители говорили сегодня о том, что нам предстоит еще большая борьба и информационная война. И нам надо очень много сделать для того, чтобы мы были действительно не просто участниками этой войны, а чтобы мы победили. И патриотизм у нас должен заключаться не в том, чтобы мы умерли за Родину, а патриотизм в том, чтобы мы победили, не умирая. Пусть умирают наши враги, если уж придется нам с ними сражаться. И в завершении мероприятия по традиции фото на память. Дарья Костенко, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.